Мечтали о звездах, светлом будущем. Или жутло в который день, только об этом мы думаем. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но должно быть давно. Не один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеденный перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг за шею. Я и хрустнул. Прямо тут. Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%. Как ты в коридоре оказался? Досадно, но мне надо идти. Прощай, друг. Еще одна лежит.